У эфире программа «Новины региона». У студии Кристина Кранкевич. Добрый день. У гэтым выпуску глядите. От будаўніцтва дорог до стварэння скверов и парков у Бабруйску ідзе громадское абмеркаванне генплану развития города до 2030 года. 34 адзінкі зброі, больш за 12 кілаграмаў выбуховых рэчываў у выніки спецыяльнага комплексного мерапрыемства «Арсенал» по области. Самые дорогие билеты и райдеры зорок, як ідзе падрыхтоўка до международного фестивалю «Золотый шлягер» у материале наших корреспондентов. На 120 гектараў павялічыцца плошча Магілёўскай вобласці на мяжы з Мінскай. Гэта вынікі планавай карэктароўкі граніц, якая ладзіцца па даручэнні ўрада Беларусі. На прадпрыемстве Магілёў-Гіпразем патлумачылі, граніцы паміж абласцямі і раёнамі былі вызначаны ў 60-70-х годах мінулага стагоддзя. У асноўным яны праходзяць па ўскрайку леса ці мяжуюць па рэках. За гэты час у адным месцы павялічана плошча лесу, у іншым пасля яго выкарчоўкі распрацаваны палеткі. Рэчкі за паўстагоддзя таксама памянялі сваё рэчышча. Такім чынам фактычна змянілася і мяжа паміж раёнамі, удакладнілі спецыялісты Магілёў-Гіпразем. На картах яна пакуль засталася ранейшай. Таму зараз вызначаюцца дакладныя контуры граніц. У Мінскай вобласці нармалізацыя мяжы завершана. У выніку 1969 гектараў зямлі з Магілёўскай вобласці адыходзіць да Мінскай, а з Мінскай да Магілёўскай 2090 гектараў. У наступным годзе ўстанаўленне граніц пачнецца ў Магілёўскай, Віцебскай і Гомельскай абласцях. У Магілёў-Гіпраземе падкрэслілі, карэктыроўка закране ўсе раёны без выключэння. Ну а тым часам у Бабруйску ідзе грамадскае абмеркаванне генеральнага плану развіцця горада да 2030 года. Пазнаёміцца з экспазіцыяй яго праекта можна ў аддзеле архітэктуры і горадабудаўніцтва альбо на сайце гарвыканкама. Як будзе выглядаць Бабруйск, неабыякава для многіх гараджан. Да спецыялістаў паступіла каля двух дзясяткаў прапаноў і зваротаў. Бабруйск застанецца ў сваіх цяперашніх граніцах, расці ні ў высі, ні ў шыр ён не будзе. Па словах галоўнага архітэктара горада, для гістарычнай часткі Бабруйска асноўным стане захаванне яго аўтэнтычнасці. Гэтаму будзе адпавядаць і развіццё цэнтральных вуліц. Савецкай, Сацыялістычнай, Пушкіна. На генплан могуць рэальна паўплываць меркаванні гараджан. Напрыклад, жыхары вуліцы Горкага выказаліся супраць шарады гандлёвых кропак, будаўніцтва якіх было запланавана. Они обратились с предложением о создании там какого-то зеленого сквера, бульвара. Да? То есть, в принципе, я как архитектор, я эту идею поддерживаю. Да? То есть, это нормальное, правильное решение. Ну, побольше сквериков таких небольших, где можно было посидеть, отдохнуть, послушать музыку негромкую, допустим. Какое-то музыкальное кафе. Необходимо уделить особое внимание развлечению детей, молодежи, потому что наш парк находится не в лучшем состоянии, и поэтому детей развлекать и куда-то водить у нас в Бобруйске, в принципе, некуда. Меня все устраивает абсолютно. Детские площадки можно было бы, конечно, более улучшить, да, благоустроить. Сообщение автобусов. Очень плохо добираться с нашего района. Тоже хотелось бы. Это район какой? Автобусы, район Киселевич. Автобусы 5D, 5А. Я живу в 6-м микрорайоне. На мой взгляд, не хватает хороших дворов, дорог, въездов. Для развития подростков нет никаких клубов, таких вот по интересам, ну, в общем, спортивных площадок. Пропановы у отдел архитектуры и горадабудаўніцтва можно досылать письмово на адрес интернациональная 31, альбо на его электронную почту. Громадское обмеркование протягнется до 16 кастрычника. Снежана Крыжевич, Олеся Рыбалка, Александр Тарасов, новины региона с Бабруйска. Канфіскавалі 34 адзінкі няўлічанай зброі, больш за 12 кілаграмаў выбуховых рэчываў. Праваахоўнікі падвялі вынікі спецыяльнага комплекснага мерапрыемства «Арсенал», якое прайшло на тэрыторыі вобласці.
У милиции отзначают, насильство доброахвотно сдало неуличной зброи амаль у два раза больше, чем конфисковали правоохранники. Разом с тем было зафиксовано 61 порушение правил оборочивания зброи. За это конфисковали 101 зброи. Подчас специального комплексного мероприемства «Арсенал» за незаконные деяния у относенных до зброи и боеприпасов завели 4 криминальных справы. Что год про себе нагадывая реха войны. У нас большое количество минометных мин было обнаружено в Быховском районе. Там более 80 различных взрывоопасных предметов, которые тоже были уничтожены. Больше 12 килограмм тротиловых шашков было обнаружено в лесном массиве в Чавовском районе, тоже, который уничтожен саперами. У милиции нагадывают, что громадяне, которые сдали зброю доброохотно, вызволяются от криминальной отказности. Андрей Шуляк, Сергей Карпяков, Денис Бутылин. Новини региона. У Осиповицьким районе грузовый тягник «Осиповичи» и «Градянка» сутыкнулся с причепом автомобиля «МАЗ». Здарение отбылось на 23-м километре перегона Лапич и «Градянка» на нерегулируемом чигуночном переезде коля припыночного пункта «Убарок». На момент сутыкнения у тепловозе находились машинисты и помощник машиниста. Автомобиль «МАЗ» был пустым. На счастье обошлось без ахвяр. У вынику сутыкнения две колесные пары семивагонного тягника, груженного щебнем, сошли с рельсов. Затримка руху одного тягника склала 57 хвилин. Ремонтные работы полностью завершены, и чигуночный рух отновлены. Расследование по факте здарения проводит отделение ДАИ Осиповицкого РАУС. Высветляется и принадлежность автомобиля МАЗ. Информация до уваги телеглядачу. У середу 11 кастрычника с 9 до 15.00 у Могилеве в области будет отсутничать эфирное вещание у всех телевизийных и радиовещальных каналов. Это связано с проведением профилактичных работ предприемства «Белтелекам». У выпадку отсутности сигналу телеканала «Беларусь-4 Могилев» после проведения работ вам необходимо провести повторную настройку телевизора альбо тюнера. Продаж квитков на международный фестиваль «Золотый шлягер» у самым разгары. Причем самыми популярными оказались дорогие билеты на открытие и закрытие. Их уже разобрали. Нагадаю, музычный форум пройдет в Могилеве с 22 по 29 кастрычника. Головной пляцовкой фестивалю станет Палац культуры в области. Организаторы обещают насыщенную и разножанровую программу. Выступления джазовых музыкантов, шмат замежных и белорусских артистов, сольные концерты, творческий проект областной филармонии, навод оперные спеваки. Программа, как кажуть, на любой густ. Покуль все запрошенные артисты подтвердили свой удел у шлягеры, и теперь организаторы сбирают райдеры. К нам приезжают звезды зарубежной эстрады. Вот. Это такие, как Африк Симон, Германия. Вот. Потом Анджей Вексель, Польша. Группа «Джой» Австрия. Вот они самые первые. Приезжают 23 числа, уже как бы приобретаем билеты на самолеты и встречаем в городе Минске. Привозим сюда. Многие спеваки прибудут техником непосредственно у областный центр. Например, Эдита Пьеха приедет из Санкт-Петербурга и планует поселиться у гостиницы «Могилев», где и будет дальше проживать большинство гостей. Мы готовимся, действительно очень стараемся, чтобы всем было хорошо, уютно и комфортно. На данный момент, например, мы для гостей, может быть, там поселится Эдита Пьеха, делаем большие просторные апартаменты, заказали шикарную белую мебель. Хотим, чтобы город выглядел на уровне. Дарыши, сёлета незвычайных пунктов у райдерах зорах, якія удзельнічаюць у «Золотым шлягер», не было. Адзінае ад усіх пажадання, каб на концертной пляцоўцы і у гасцініцы было тёпла, бадай самае распаўсюджанае восеньскае жаданне. Эдита Пьехи райдер очень скромный. Проезд, проживание, питание. Юрий Антонов несколько лет тому назад в январе попросил, чтобы у него в номере была свежая клубника круглые сутки. Как бы был вопрос, но мы тоже его решили. Это полное затемнение окон, как правило, артисты запрашивают, чтобы комфортно им было отдохнуть после дороги в течение светового дня. Ну, из такого необычного, пожалуй, все. Остальное все решаем и все выполняем. Билеты активно продаются у кассах филармонии. Цены на тематичные программы от 15 до 22 рублей. Гала-концерты и сольники, безумовно, больше дорогие. Катерина Градницкая, Виталь Вопсев, новини региона.
У гэтыя хвіліны ў магілёўскім тэатры «Лялік» ушаноўваюць работнікаў культуры вобласці. Мерапрыемства прымеркавана да прафесійнага свята. Усе падрабязнасці глядзіце ў далейшых выпусках навін. А напярэдадні сваіх выкладчыкаў віншавалі юныя таленты з магілёўскага дзяржаўнага каледжу мастацтваў. Гэта, дарэчы, першае свята, якое каледж мастацтваў сустракае разам з бібліятэчным каледжам. Нагадаем, сёлета прайшло аб'яднанне двух устаноў, і цяпер у адзінай навучальнай установе адукацыю атрымліваюць 780 навучэнцаў. Усе яны творчыя, непаўторныя адзін на аднаго. Говорят, что колледж для их первый крок у обранной профессии, які дозволить идти далей и прославлять традиции Беларуси. Усе новини про життя в области на нашем сайте tvrmogilov.by. Ну а я с вами развитываюсь. До встречи.